Редакция. Добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, к кому можно обратиться? Вот дозваниваемся в центр медицинского обслуживания с 8 часов. Не знаем, куда позвонить. Обе поликлиники не в курсе и не знают, что нам делать. Вот как попасть к врачу? В понедельник был врач. И на завтра на прием. И не, я не одна такая, нас много. Нет, в колл-центр не можете дозвониться? Как туда не дозвониться? И никто не может подсказать, ни одна поликлиника. Хоть ложись, умирай, единственное, в ритуальную службу звоните. Так и сказали. Если вам нужно, звоните в ритуальную. Это что это за такое обслуживание? Только осталось еще посылать. А еще кроме этого, вот с 8 часов набираем. Я как пенсионер, температура 39 с лишним уже какой день. Мне вот не попасть никуда, я подняться не могу. Так они вообще не отвечают, да, ни разу не ответили? Нет, вот больше 200 рублей. Каждый звонок рубль 50. Там только говорят, здравствуйте, вы позвонили в нерабочее время. В поликлинике дозваниваюсь кое-как. Ну, не только я еще, тут вот звонят, там отвечают, только через этот центр, больше, ну, никак. А сегодня вы звонили? Да уже 200 с лишним рублей прозвонили, 200 с лишним рублей. Это я пенсионер, это что за такое отношение, а в регистратурах только осталось послать и все.